два года назад, получается, уже я решился, поехал из Санкт-Петербурга в Петрозаводск, стартанул и поехал тоже так хорошо. Была очень промозглая погода, но в целом это было легко, приятно. Я приехал туда, и я понял, что такое 430 километров. Это типа было круто, это было сложно. Я приехал, у меня все болело, все трещало, но недостаточно как будто. Хотелось еще что-то больше. Потому что Максон сделал это, и я такой, типа, ну, Максон проехал 430. Значит, я типа тоже проехал 430, но я был второй. А я такой, а давайте я попробую побольше что-нибудь бахнуть. Ну, я типа подумал, что а кто ездил, типа, Санкт-Петербург-Москва? Никто не ездил. Еще 200 километров, и мы самая крутая плесень на этой помойке. А сейчас не осталось ни одной мышцы на этом теле, которая не болит. Не болит только голова, и все остальное очень болит. Говорил агент Куренков, планета Земля, будьте счастливы. Как-то так вышло, что я вот собирался в прошлом году это сделать, тоже там на две недели отказывался от кофеина, от алкоголя, от всех допов, каких мог, типа, чтобы пройти такой небольшой детокс. И в итоге этот детокс, возможно, сказался на том, что я прямо перед стартом за два дня заболел короной. И две недели, соответственно, я просто слег с температурой под 39. Лежал дома, у меня сводила мышцы от лежания просто. И я понимал, что все, никаких 700 километрах уже не может идти и речь, потому что, ну, форма вся потеряна. Всю форму, которую я начал набирать еще с декабря месяца. Начал в Зифте тренироваться, потихоньку выходил. Я понял, что все это потеряно, все это просто. И что придется переносить заезд на следующий год, потому что дата подбиралась не просто так. Июнь месяц – это самый светлый месяц в году, 21 июня – это день летнего солнцестояния. Соответственно, нужно ехать тогда, потому что промежуток ночной наиболее короткий, и нужно, соответственно, как-то пережить эту ночь, потому что ты уже будешь к этому времени более 18 часов на велосипеде, ну или 16, в зависимости от того, какие длинные остановки ты делаешь. Я понимал, что это очень большой промежуток, и ехать в августе месяце, когда я смогу набрать хоть какую-то понятную форму. Поэтому, соответственно, готовился к этому году. В этом году все прошло максимально гладко. Я уволился с работы за несколько месяцев до старта. И у меня появилась куча свободного времени, нормальный план тренировок, который я не всегда соблюдал, но так или иначе старался. В момент старта я не чувствовал никакого мандража, а чувствовал только типа очень много поддержки от друзей, ребят, всех, кого я знаю. Это было неимоверно круто, потому что такой поддержки, я не знаю, наверное, еще за всю жизнь не испытывал никогда, потому что это реально inspired, что называется, это вдохновляло. Я прям очень офигел этого, и первые типа полпути удались очень легко. Я ехал, орал песни, даже Яндекс.Музыка меня не смущала. Ненавижу Яндекс.Музыку, жду возвращения Spotify. Вот. Ехал, орал песни, все было замечательно. Потом еще пообщался с ребятами в лайв-трансляции. И на самом деле социальная составляющая, как ни странно, порой помогала лучше, чем какое-то питание на остановках. И лучше, чем какое-то... я не знаю, как это сказать, питательный допинг, который ты мог в себя уложить. Социальная составляющая реально дает очень много, и на ней ехалось гораздо более бодрее, чем от каких-либо гелей с кофеином и всего такого. Это просто не передать. Люди, главный двигатель меня был в этот момент. И как бы пути назад уже вообще не было. То есть, когда после 350 первых я понял, что типа я уже такой подвяленный, но я захотел ехать дальше только. Я понимал, что все, уже пути назад нет, стопудово. Ты только можешь ехать вперед. Неважно, за сколько ты доедешь, но тебе надо доехать. Сразу признаюсь, эксклюзив такой небольшой. Вот. Что я покемарил 10 минут на заправке «Газпрома». Я сказал, привет, Сири, поставь таймер на 10 минут. Купил Red Bull Snickers, сел. А так, черт, она услышала.
и просто вот так взял телефон, подпер руку. 10 минут я покемарил, это было уже, по-моему, 650-й километр. И тогда я проснулся, выпил Red Bull, откусил кусочек от Сникерса, и все. И я поехал, типа, вот уже финальные 50 километров без остановок, без всего. Сложно было. Было сложно, особенно в Москве на развязках. Это, наверное, типа, пока самое крутое, что я сделал на велосипеде. Мой гештальт закрыт на какое-то время. В подъезде к Москве начинались горки, причем такие жесткие, там, типа, у меня компьютер показывал по 8% градиента затяжных таких, по 500 метров. А когда у тебя уже в ногах плюс-минус пусто, даже минус, наверное, где-то, вот, то ты такой, типа, а, ребята, какие нафиг 10-8% градиенты на фиксе, он рассчитан на равняк, типа. Но у меня был небольшой лайфхак с собой. Я открутил локринг с втулки, ну, это который фиксирует звезду, если кто не знает. И взял вторую звездочку, но чуть побольше, чтобы, если что, если я совсем забьюсь, я мог переставить звездочку, мне было полегче. У меня стояла передача 49.16, это, не знаю, что на трековом, 3.1 примерно на фиксерском, вот. И вторую звездочку взял 17-ю, соответственно. Но вот до Петрозаводска я ехал на 49.17, здесь решил уже такой, я поставил лежак, потому что я решил, что aero is everything, вот, и на всякий случай взял 17-ю звезду, но 16-я, в принципе, все вывезла, слава богу, и я все вывез на ней. Все вместе заняло 25,5 часов, спасибо. Блин, чуть теплые. Все время целиком поездки заняло у меня 25,5 часов. Время в пути 21 с копейками. К слову, до этого, за пару дней до этого, Максим Кравцов скинул мне заезд чувака по имени Денис Маджара. Он участвовал в Red Bull Trans-Siberian Extreme. Если кто не знает, это гонка с Москвы до Владивостока. Вот. И он проехал дистанцию эту с Москвы только за 21 час 51 минуту 17 секунд, по-моему. Но он ехал с машиной сопровождения налегке, без остановок на еду. Скорее всего, у него там уже все было заготовлено. У меня же был такой, типа, чисто автономный трип. Поэтому вышло в целом 25 часов, но время в пути у меня вышло, как бы, ну, чистое время, когда я крутил, у меня вышло, как бы, гораздо меньше. У него там дистанция 673 километра, по-моему, у меня 702, и я доехал за 21 час 7 минут, что-то такое, 7 или 8 минут, а у него 21 и 17, чистое время от пути. На самом деле, если едешь с Москвы, набор поменьше, потому что ты в основном спускаешься, там есть большой сложный участок в Валдае, это какая-то валдайская вершина, или как так называется. И там, типа, в основном ты в гору поднимаешься, и там были очень опасные ремонтные участки, когда ты спускаешься с горы. Сразу одна полоска, узкая, там, скорее всего, внизу фуры стоят, а ты на фиксе, без тормозов, тебе нужно всю гору, ты тормозишь вместо того, чтобы разгоняться, да, тратишь на это силы, и в конце тебе нужно резко затормозить перед ними. Резко затормозить перед ними, чтобы войти в эту петлю ремонтно-дорожную, и потом еще подниматься в гору, типа, без наката совершенно. И там вот прям я такой почувствовал, что уже все, типа, уже плохо. Это был где-то 200-300 километр, что-то в этом роде. И у меня начала подсбавляться средняя скорость. Ну, соответственно, там было ехать уже посложнее. Там был какой-то такой участок, когда как раз была самая жара была, и я тогда запекался, был, как раз начинал какой-то полу такой встречный боковой ветер дуть. И, ну, прям такой тоже сложно дававшийся участок был. Не было в основном нигде заправок с холодной водой. В остальном сложный участок еще могу рассказать, тоже такой небольшой. Затравочка началась, когда начало темнеть около Твери. А почему? Потому что как раз все машины, которые выехали в пятницу после работы в Москву, они начали меня догонять. Они к этому времени как раз начали догонять. И как раз в это время я встретился там со своим другом, который тоже ехал на гонку Зеленоград. Началось какое-то дорожное освещение, в общем. И
ехалось уже гораздо приятнее. То есть передний фонарик был нужен, наверное, на самом деле только на трех полутора километровых участках без освещения. В остальном везде типа было освещение и ехалось вполне круто или было уже светло. На ютубчике я сделал в попыхах просто быстрый байк-чек вот этого велосипеда еще в его гоночной сборке, сборке для уличных гонок именно. Мельком обмолвился, что я поеду до Москвы 700 километров, так как бы друзьям кому-то рассказывал, но на широкую публику никогда не говорил, потому что уже в прошлом году я говорил об этом, но с глаз вышел таковой, что я за два дня заболел до старта, и тут не хотелось, грубо говоря, говорить опять, что я еду. И потом вдруг что-то происходит, что я не контролирую. Вот. А в этом году, да, за пару дней буквально выпустил короткий корявый видос про байк-чек. Там сказал об этом, что вот, ребята, я еду. Потом выложил в сторис просто фотку свою домашнюю, где я лежу вот такой вот. И говорю, ребята, все, я поеду, типа, скоро до Москвы. Ну, типа, вот как-то так. 700 километров. Типа, держитесь меня. И благо, да, наша комьюнити прекрасно сработала, все поддержали, прям милое дело. Куча сторисов, куча отметок, прям опять на душе тепло. Не знаю, у меня было еще несколько мыслей, они на самом деле уже старые такие и приходят ко мне постепенно. Это сделать эверестинг в самом плоском городе в России, ну это Петербург, соответственно, попытаться. Я знаю одну горочку, она всего 60 метров набора, наверное. И, наверное, в нее надо подняться раз так это 150. После этого я, после этой гонки, я понял, что никакой трансконтиненталь мне не светит. Не хочу. Но было бы забавно. Я очень болею за нашего знакомого Сергея Шулыбина, который поедет трансконтиненталь, и он едет его на фиксе. Серега австралиец, бешеный мужик, который приезжает в Сибири, это я им вдохновляюсь, и может когда-нибудь я что-нибудь поеду с ним такое. Но я думаю, следующие мои свершения должны быть что-то вроде именно гоночных каких-то историй, вот, потому что сейчас уже интереснее гонки, это вот прям такие, знаешь, большие челленджи. Гонки — это маленькие челленджи. На гонках очень много всего зависит не от меня, поэтому сложно. Придурок. А в этом году поеду вот с ближайшего вокруг Кремля гоночку, приеду в Москву через пару недель, получается, уже. Вот. Поеду Лестраду снова питерскую. Поедем Модер Кап. Возможно, там будет гравийная гонка в этих же датах. Не знаю, может, организуем, может, нет. Пока такой спойлерок, затравочка. Вот. И Модер Кап — это циклокросс, если что. Вот. И, наверное, пока все по большим планам. Может, поеду какой-нибудь Гранд Фондо. Не знаю. Но это была бы интересная история. Я еще туда не ездил. По шоссейным гонкам я пока так профан, грубо говоря. Хотя что-то удавалось выигрывать. Ну, сквозь, конечно же, 10-е юбилейное еще. 10-е юбилейное сквозь. Главное сквозь России — это Питер, несомненно. Потому что Москва сейчас проигрывает сильно позиции. И там будет уже интересно приехать побороться с кем-нибудь и забрать последнюю сквозь. Сейчас их у меня 4 выигранных. Пятую бы сделать, оформить и закрыть этот тоже гештальт такой небольшой. Оформить пятерочку было бы круто. Знакомство с Fixed Gear'ом началось где-то в 2013, наверное, году. Это была зима 2013 года, когда мы с другом договорились поехать в Финляндию и покататься там на скейтах. Мы типа собрались, за 3 месяца подготовились, все такое. И вот что-то наступает декабрь месяц. Мы уже все, взяли билеты, и друг мне в последний момент говорит, что типа, он со мной не поедет. И я такой... Говорит, Саня, как так? Типа, какого хрена ты со мной не поедешь? Мы уже все, типа, все распланировали, нас друзья ждут. Он такой, ну тут вот подвернулся вариант взять фикс себе и кататься на фиксе, типа, наконец собрать себе нормальный велосипед. И я такой, вот ты чмо двухколесное.
А мы были скейтерами, не особо любили велосипедистов. И я такой, ну, предатель, типа, предал меня, не поехал. И я тогда пропитался небольшой снова ненавистью к велосипедам. Потом что-то, прошло полгода, наверное. Я смирился, отошел немножко. И увидел, что кореш мой постоянно нас пригоняет на велосипеде на спот. И я такой думаю, блин, круто. Типа, я тоже хочу пригонять куда-то на велосипеде, чтобы иметь свободу передвижения. Потому что это так, типа, как-то неформально. И плюс меньше общественного транспорта. Я его очень не люблю. И в итоге я приехал в Петрозаводск, купил за 2500 комплит старт-шоссе. Первый раз поехал на нем, поднялся в первую горку, у меня свело обе ноги. Потом я поехал очень медленно дальше с друзьями и порвал тут же первую цепь. В итоге продал этот вел обратно за 2500 и приехал в Петербург. Купил себе снова старт-шоссе, но зафиксированный уже, там в 3 раза дороже он стоил мне, по-моему, что-то 7500. И поехал, на нем стояла какая-то безумная трековая передача 53-15. И не было ни контактов, ни туклипс. И я также первый раз поехал до дома очень аккуратно, но в итоге все равно на финише врезался в такси. Ну, оно меня подрезало, но это было так нелепо, потому что я увидел друзей и тут же врезался в такси. И такой, блин, мужик, извини. Самое интересное начало происходить чуть попозже, когда я уже купил себе нормальный фикс. Это было 1 июня 2015, если память не изменяет. Тогда я попал в первую нормальную серьезную аварию, когда я словил ушиб мозга. Не сотрясение даже, а ушиб был. А потом перелом ключицы, сломал несколько костей на лице. Где-то почти месяц восстанавливался, даже, скорее всего, чуть больше, точно не помню. Но когда это все произошло, первое, что я сделал, ну, когда очнулся, у меня была потеря памяти, мне начали вправлять ключицу, я такой сказал, что происходит, где мой велосипед? А потом пацанам в Петрозаводский наш чатик Fixed Gear отправил селфи, и такой, парни, я еду в скорой, все нормально, типа, вроде живой. Как бы так, это все было по молодости, весело. Тоже не возникло каких-то мыслей бросать велосипед, потому что первое, что я сделал, когда вернулся из больницы, поехал в ГИБДД забирать свой велосипед. Одной рукой, здоровым плечом потащил его домой, там кое-как собрал. Изогнутой вилкой я с одной рукой гонял по городу спокойно, также без тормозов, без всего. Ну, было весело. Мысли, типа, чтобы продать велосипед, забить на все это, возникло только, по-моему, у моей мамы, наверное, и все. А я получил деньги за эту аварию и потратил на их на новый велосипед, и все. Когда работал менеджером в ресторане, это было так, что я старался кататься по 8-9 часов в неделю. Вот. А сейчас выходит 13-14, порой 15. Ну, это прям нормально. Вот я вот перед тем, как приехать в Москву, тренировался примерно так. Но это были такие большие загрузочные недели, не всегда удавалось поддерживать такой темп, но в целом он был комфортный и приятный для меня. Я считаю, что это много, учитывая то, что я не учитываю никогда комьют по городу в этих тренировках. То есть, если я тренируюсь, то я тренируюсь. Если комьючу, то это даже не идет в какой-то тренировочный план. Это просто езда по городу, не более. Самый серьезный подход к гонкам, когда ты понимаешь, что этот подход нужен, тебе нужно что-то более осознанное, осмысленное, это в моей голове это такое поколение реверса Gravel King, потому что реверс и Gravel King стали такими гонками для всех в нашей тусовке, к которым реально нужно было готовиться, к которым ты готовился весь год и ждал их весь год, готовил свой велосипед к этому весь год, там все свое обмундирование, шмотки, покрышки, вилку надо где-то купить, чтобы трековую историю собрать. И как-то вот тут ты уже понимаешь такой, так, тут будет 80 километров, мне нужно как минимум 80 мощь нормально проехать, типа. Ты такой, так, а что для этого надо сделать? Так, пойду посмотрю видосики на ютубе. Так, пойду почитаю какую-нибудь книжечку. Посмотрю, как другие ребята тренируются.
понимаешь там, типа, что, блин, нужен маршрут, куплю велокомпьютер. Велокомпьютер купил, так, а что к велокомпьютеру нужен? Нужен пульсометр, наверное, потому что по пульсу вроде круто, говорят, тренироваться. И так вот потихоньку ты шажками обрастаешь, и ты такой, потом в конце, ты такой, так, нужен мощемер, так, ну, нужно то, тренироваться по ватам, нужно ехать не дергаясь. В тебе пропадает вот этот молодой балбес, который видит красный, что и машина начинает ехать, и он такой, надо газовать, пока они, я первый проеду между ними, типа. Нет, ты такой, так, ладно, тут не надо рисковать, я лучше подожду, потому что я в шлеме, я с тормозами и все такое. Вот. Короче, приходит, да, более постепенно осознанный подход, и как бы все это поколение Gravel King, которое начиналось из фиксеров, переросло в реверс, уже где все купили почти мультиспиды и катаются на мультиспидах, мы реально все немножко выросли и начали смотреть на велосипеды с другой точки зрения, не с точки зрения только комьюнити и только тусовок, а с точки зрения уже именно какого-то велосипедного спорта, вот так скажем. У меня два велосипеда сейчас, это вот этот фикс с лежаком, обычно он без лежака, но сегодня для последней поездки выдалось так, поэтому с лежаком. И этот циклокросс, который я использую как циклокросс, как шоссер и как гревел, он у меня три в одном. А фикс только вот для таких забав. Поэтому, да, купил себе самые универсальные тачки, потому что хочется везде поучаствовать. Опять же, вот этот балбес, который еще сидит во мне, он говорит, что тебе нужно участвовать в каждой гонке и что-то побеждать, выигрывать. Последний год я не ходил на трек. За год до этого я ходил на трек. Было круто, было сложно совмещать свою жизнь, работу, личную жизнь. И трек, и велоспорт, потому что это все отнимало большое количество времени. Трек, увы, находился очень далеко от меня, поэтому типа, это съедало полдня реально, чтобы типа, попасть на одну полуторачасовую тренировку. Но в целом трек — это безумно круто. Но в последнюю зиму я открыл свою небольшую студию в Питере, где тренировался на станках с ребятами и тренировал ребят. Было классно. Это был такой небольшой... Не совсем коммерческий проект, я бы сказал, скорее просто для души что-то сделал. Было прикольно, в этом году будем повторять. Вот. Также на станках тренировать ребят, в Zwift'е кататься. Если Россию в Zwift'е не забанят, то будем продолжать. Это мой велосипед, это Jam Omen второго поколения. Сделан на трубах Дэда Чай. Питерское производство. Крутые... Итальянские трубы стоят на нем, китайкарбоновая вилка, но покрас решает все. Этот покрас, по-моему, придумал классно Максим Кравцов, многоизвестный человек в питерской велосреде, скажем так. А сейчас на нем стоит лежачок и булхорн, такой стартовый булхорн, потому что в моей поездке я решил, что аэропозиция будет очень важна, и сменить позицию, и расслабить немножко разные части своего тела будет очень полезно, поэтому я выбрал лежак. Также поменял недавно седло на Spesh Power, тоже отличное седло для того, чтобы ехать в разделочной позиции, очень удобное, и в принципе на большие дистанции у меня никогда с ним не было проблем, и эта поездка снова доказала это. Два флягодержателя, один из Декатлона стоит, другой Тупик Versa Mount – это единственные держатели, которые можно присобачить на фикс, в котором нету бонок под флягодержатели. Есть небольшой кусок обмотки, перемотанный изолентой. Этот кусок обмотки служит для того, чтобы если ты упадешь и у тебя загнется руль, он не погнул твою раму. Это такая небольшая история из NGS. У них есть специальные накладки, которые стоят по 30 баксов, но мы это решаем куском обмотки здесь, в России. Вот. Также замечательная звезда от ребят из «Ракеты». Это с моим логотипом, с моим именем, покраска под меня, под цвет рамы. Все, как я просил, ребята сделали. Как я уже и говорил, главное в вашем велосипеде то, что крутится. Это колеса, это система и, в принципе, все. Это самое главное, что вы можете купить для своего велосипеда, чтобы он ехал быстро. Все остальное уже немного прикладные вещи, это комфорт. Педальки здесь – это спидплеи. Наилучшие педали, как мне кажется, по моему мнению, для трекового велосипеда. Дают наибольший контакт с подошвой.
туфли. Очень миниатюрная конструкция, красиво смотрится. Как я уже и говорил, мы когда собирали велосипеды в далеком 2014-2015 году, собирали их по крупицам, и когда мы видели спидплеи, которые нельзя было достать, и они стоили тридорого, и они выглядели очень красиво, мы просто все с них пускали слюнки и хотели себе их. Когда я их получил, одел, это было прям то, что надо. Всем советую педальки спидплея, это... Прям была мечта моего фиксерского детства, скажем так. Вкратце могу сказать про этот вел, что примерно он у меня в таком состоянии уже более 3-4 лет. И я в нем ничего не хочу менять, потому что на этом веле я выигрывал все гонки, в которых я участвовал последние 3-4 года. Он мне идеально служит, он не ломается, он не портится, он весь избит временем, но в целом... Это самая рабочая машинка, самая рабочая лошадка, которую я только могу себе представить. И я не хочу в этом велосипеде ничего менять. И люблю его таким, какой он есть. И главное в своем велосипеде – это любовь к нему. Без любви к велосипеду вы не будете получать удовольствие от катания. Это главное. Что касается гонок, я считаю, есть такая хорошая аксиома. У каждого тренера, по-моему, наверное, в России, может, в мире, гонка – это лучшая тренировка. И на каждой гонке ты чуть-чуть себя всегда пересиливаешь. Ты отдаешь то, что ты не можешь отдать в обычной жизни. Это очень круто, потому что тебя обычно ты не можешь себя заставить выдать то, на что ты способен на самом деле. Потому что у тебя нету конкуренции, ты не можешь потолкаться с кем-то, нету драйва, нету задора, нету адреналина, который ты получаешь на гонках. А гонки — это супер, это стимул к прогрессу, это понимание, где ты находишься в какой-то иерархии, в принципе, велосипедного сообщества, гоночного именно. На самом деле, в любой уличной гонке любой человек может принять участие, начиная от какой-нибудь сквози, заканчивая алликетом. В Москве это сейчас, наверное, Bike Messenger Moscow. А потом в Петербурге это Sect. В какой-нибудь Казани Fixed Gear Казань. В Перми Балдеж Крю, Fixed Gear Пермь, там еще что-нибудь. В принципе, вот такие уличные гонки, они именно все организовываются фиксерами. Больше за местным Fixed Gear комьюнити надо следить и непосредственно на них ориентироваться.